Привет, я Саша, студентка третьего курса очно-заочной формы. Мы продолжаем рассказывать о специализациях внутри специальности колледжа мировой экономики и передовых технологий. Специализация, о которой сейчас пойдет речь, это специалист по тестированию или, как говорят профессионалы, QA-инженер. Специалист по тестированию – творческая и аналитическая профессия. Тестирование IT-продуктов – важный аспект в информационных технологиях. Никто не будет пользоваться приложением, которое долго загружается, вылетает при определенных манипуляциях, нагружает устройство. Что-то перестает работать, выдает не ту информацию, которую запросил пользователь. Чтобы избежать всех этих проблем, компаниям нужны специалисты по тестированию. У тестировщиков интересная и творческая работа, так как нужно всегда придумывать, при каких действиях то же приложение перестанет работать или будет некорректно вести себя. Тестировщик должен скрупулезно проверить, что будет, если совершить какое-то действие и соответствует ли результат ожидаемому. Работа тестировщика – это бесконечное приближение к совершенству. Невозможно проверить все, потому что тестировщик должен работать так, чтобы совершать минимум действий, но найти максимум ошибок. Эта профессия интересна еще и тем, что вы можете дорасти до руководителя отдела тестирования, либо углубиться в одну из направленностей тестирования и становиться еще круче и круче. Кстати, о направленности к примеру. Тестировщик может стать security-тестировщиком, проверять безопасность программ. Performance-тестировщик тестирует, как IT-продукт работает при возрастающей нагрузке. Usability-тестировщик проверяет, насколько удобно работать с IT-продуктом со стороны пользователя. Теперь перейдем к навыкам, которые вы получите в колледже мировой экономики и передовых технологий. Знание основ тестирования, его видов и методов. Умение составлять тест-кейсы, тест-планы, знание языков запросов, умение взаимодействия с базами данных, знание языков программирования. Это не все знания, которые вы получите в КМЭПТ. Их намного больше, так как профессия очень интересная и разносторонняя. Также, что интересно в этой профессии, это автоматизация работы тестирования. Да, вы будете тестировать продукты вручную, но никто не отменял автотесты. Автотесты пригодятся при многочисленном повторении одного паттерна поведения пользователя при использовании продукта. Мы рассказали совсем немного о мире тестирования. Хочешь узнать больше, поступай в колледж мировой экономики и передовых технологий. Прокачай себя в тестировании. Оставляй заявку по ссылке в описании.